Привет! Всех приветствую на моем канале «Марафон здоровья и разговорный марафон». Вот такая красота вокруг. Да? Шум города. Уже рассвело. Я ходила по темноте. Ой, хожу в парке. И чтобы записать, хожу между деревьями. Потому что, да, все проснулись, все уже движется. Сегодня ходила с таким темпом, что прям жарко, совершенно жарко. Почему такой темп? Потому что некогда. Вот видите, некогда, но я все-таки вышла на свой марафон, да, на марафон, но вышла. Потому что у меня ходьба, но марафон. И я повторяю слова, но это так. 422-й день, как я хожу и наслаждаюсь. И всем советую, выходите на ходьбу. Зачем, вы скажете? За настроением. Да, чтобы было бодрое настроение. А настроение есть, и здоровье будет. Кто будет спорить? Нет, никто не поспорит со мной. Это как хорошее настроение притягивает здоровье. И плохое настроение притягивает проблемы, да, болезни. Вы еще можете поспорить? Вот попробуйте посидеть в плохом настроении. Да. Так что все на ходьбу. А у меня внутри жарко, руке холодно, и это все равно супер. Так, я здесь хожу, привлекаю внимание. Да. Некогда больше говорить. Разговорный марафон. А я каждый день что-то умничаю. Ой, можно есть тем, столько много тем. Город подсказывает темы. Но рука действительно замерзла. Надо было рукавички, да? Потеплее брать уже. Угу. Не знаю, про что поговорить такое коротенькое. А когда нечего говорить... Капельки дождя. Ой, супер! Про что? Про лицо. Для девушек, для женщин. Супер совет. Чтобы не было морщин, надо меньше умываться. Вы знали такое? Да. Ну или умываться очень лояльными средствами, не мылом. Потому что, да, это я замечаю, что много, если кто-то умывается сильно, мылится, умывается, лишнее смывает защитный слой на лице, и появляются морщины. Это мое личное наблюдение. Можете со мной не спорить или не спорить, но это мое личное наблюдение. Вот. А чтобы еще не было морщин, что нужно делать? Я уже это, наверное, советовала. Вот сейчас зима.
и если начинает простывать, начинает вспоминать про всякие полезные травки, да? Такие, как липовый цвет. И липовый цвет заваривает, липовый цвет от простуды хорошо, даже от температуры. Можно и не ждать, когда заболеете, заваривать иногда липовый цвет. Особенно женщинам. Женщинам липовый цвет, говорит, чай из липового цвета можно пить чуть ли не целый месяц и подряд, и два раза в году. Вот. Так что мужчинам только когда болеют, давайте липовый цвет, а женщины можете наяривать на такой чаек. Но когда вы заварили, не допивайте его до конца. Оставьте немножко, пусть постоит сутки. И вот на следующие сутки эту заварку, что-то капает, возьмите и умывайтесь. Будет лицо без морщин, бархатистое. Да, это я посмотрела на себя. Ну, мне просто экран очень близко показывает. И ночь не спала, плохой сон был. Да, я вот оправдываюсь. Я шучу. Нужно тоже этим делать. И вот мы знаем что-то, но не делаем. Ну, это такой секрет я вам открыла. Это уже я даже говорила. Вы, может, это уже знаете, что суточной заваркой липового цвета умываться будет супер. И можно руки тоже смазывать. Вот. Открою еще один секрет. А для тех, кто хочет вообще быть обалденно красивым, да? Лицо, чтобы было чистое, чистое и без морщин. Дождь начался. Буду заканчивать. Приобретите себе такую траву и соп. И соп. Напишу. И делайте себе заварку такую, как чай и сопы, и умывайтесь. Можно сейчас зима, здесь просто умываться такой водичкой настоянной. Чайную ложку на стакан кипятка, настоялся полчаса и умылись. Это супер, супер. Вот. Кто не поверит и не сделает, тот и не проверит меня. А кто сделает, то я думаю, что это будет привычка хорошая, так делать, умываться. Обалденно. Летом можно сделать лед из этой, заварить, остудить и сделать в морозильной камере такие себе ледяшечки, да, и потом протираться. Зимой это лишнее. Зимой просто умывайтесь. Так. И я сама себе вот вспомнила про такое и тоже буду делать. И соп у меня есть. Обалденная трава. Я уже про нее рассказывала, как она восстанавливает. После ушибов можно восстанавливаться. Даже после вывихов этой травой можно восстанавливаться. Дождь начался. Так что я спешу. И всем желаю, да, тоже спешить. Выходить на ходьбу, да. Все, пока-пока.